Христос воскрес! Молодцы! Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, потому что здесь много безобразий. Голые валяются, ругаются. А мы показываем вот эта книга, вот смотрите, чтобы люди верили написанному в ней. Какая толстая книга. Так и должна быть. У меня вообще где-то такая вот. Ну, хорошо. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Нет. А, нет. Проведать сможешь мне как-то сказать? Исповедаться. Мы рассказываем о Христе Иисусе, как Господь умер за грехи людей, призывает к покаянию грешников, чтобы люди жили по заповедям Божьим, чтобы после смерти не оказались в аду, а были в Царстве Небесном. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А исповедаться можно? Не, да, исповедаться можно или вы не боитесь? Что можно? Исповедаться. Нет, да вы, у вас там храм есть, исповедуйтесь, сходите. И то я ему скажу, что я курил травку, исповедь. У вас там церковь есть? Да. Ну вот сходите туда, и там священники есть, вы подойдите к ним. Хорошо. Спасибо вам большое. Слава Христу. Спасибо. Слава. Крест. Здравствуйте. Христос воскрес. Вы не знаете, что отвечают на это? У нас Пасха, 40 дней. Будут приветствовать этими словами. А я не могу такое. А вы знаете, что такое мусульман? Еще бы. Вот посмотрите. Вот у нас книга есть. Нет, пока. Тебя, Господи. Христос воскрес. Христос воскрес. Не помню. Вы не знаете это? Здоровый день. 40 дней приветствуется, Христос воскрес. А люди отвечают, воистину воскрес. Я же на ваше салям алейкум-то отвечаю. Малейкум основной. Вот так. Вот у нас книга, которая говорит о том, что Христос воскрес. Прямо, что Он умер за наши грехи, Христос. Умер за наши грехи. У тебя хорошо. Да. А вот вы, наверное, читаете эту книгу, да? Хорошо, да. Да. А вот что написано здесь? Это перевод, перевод. Вот тут и оно, перевод. Тарджима это написано. Господь дал радость, спасение человека. Бог возлюбил мир и отдал за нас Сына Своего, который умер за наши грехи, чтобы мы жили для праведности. Всем возвещали путь спасения. Здесь, на этой рулетке, тут безобразие всякое творится. И мы пришли, чтобы людям рассказать о Боге, о вечности, что за все придется отвечать. Христос воскрес! Воистину воскрес! Слава Иисусу Христу! Мы сюда пришли, чтобы людям рассказать о Боге. Считаем им Евангелие и Псалтырь. Может, у вас какие вопросы есть, касающиеся души, спасения, жизни? Все вроде понятно, да? Вы можете зайти на наши ресурсы. У нас очень богатый видеоканал. Называется «Во свете Библии». Там у нас 15 100 роликов. Много. А зачем столько? Мы строим православную деревню. Большие миссионерские поездки. У нас все это отпечатлено. Значит, а где вы строите деревню? Алтайский край, город Барнаул. От него 150 километров. Далеко.
А вы знаете, что в стране погублено полностью 21 тысяча сел, и 10 тысяч вот-вот закончится, там 1-2 человека. Мы получили землю, статус официально, зарегистрировались, и теперь строится православная деревня. Чтобы мы разговаривали с кем-то первый раз, он должен доказать человеку, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Это чтобы жить в деревне. Да. В деревне это лучше жить, чем в городе. В городе что, человек валяется, и ничего у него нету. А ты там лег даже спать, курочка ходит, клюет, прибавляется. Корова траву жует, молоко. Все свое, не отравленное. Ребятишки играют, они не развращаются, свои. Свое озеро, купаемся. Храм построили. Ну, правильно. Да, но надо думать о том, как дальше жить, по Слову Божию. Если вам есть желание зайти на наши ресурсы, зайдите, называется «Во свете Библии», YouTube-канал, «Во свете Библии». А если вы вздумаете по скайпу побеседовать, зарядите Игнатий Лапкин, это я, и вы меня сразу найдете. Я один под этой фамилией, именем. Ну, хорошо. Мы желаем вам дать то богатство, которое имеем. Мы его не один год готовили. Ответить на вопросы. Ну, с Богом. Наверное. Христос воскрес. Воистину воскрес. Молодцы, вот. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего. А откуда проповедуете? Потому что здесь безобразие много творится. Здесь собрались сексуальные маньяки. Раздетые мужики валяются. Анонизмом занимаются, совокупляются. И мы решили рассказать о Боге. Жги, отец. Так что? Жги, отец, говорю, давай. Из какого города вообще? Город Барнаул, Алтайский край. Мы в Бурятии. А мы строим православную деревню. Отдельно. Ну, в Барнауле строите? Ну, 150 километров от Барнаула. Вы староверы, да? Как вы строите, на какие средства и вообще как у вас это получилось? Вы далеко от микрофона, вас плохо слышно. Так, еще раз добрый вечер. А на какие средства вы эту деревню строите, и как это у вас все получается? Ну как, вот мы в первую очередь должны сказать статистику. Уничтожено 21 тысяча сел. 21 тысяча. И написано, 10 тысяч дышат на ладан. 2-3 человека в них. А там наше родное село было. Мы подали заявление в краевую администрацию. Рассмотрел совет и вынесли решение. Краевая администрация, депутаты Единой России сидят. В чем причина, как вы думаете? Почему такой беспредел? Ну, я еще тот вопрос вам не ответил. Как мы решились на это дело? Было непросто. Землю получить очень непросто. Мы получили. Все еще борьба идет. Но уже все, деревня строится. У фермера одного у нас 450 гектаров. То есть там земли маленько есть. Тут в Алтае-то земли много. У нас соседняя деревня, наш знакомый, у него 6700 гектаров. Все, я вас услышал. А почему вы сами, сами рассказываете то, что в интернете, наверное, постоянно все это видите? Содом и Гоморра, да, везде, ну, грубо говоря, да? Причина-то вот этого всего, как вы в этом все видите? А вы знаете, когда Александр Исаевич Солженицын получал Нобелевскую премию, он говорит, я еще в детстве слышал, старики говорили, люди забыли Бога, отсюда все. Ну а вы вот это вот то, что сейчас в РПЦ происходит, там, то есть и верховная вот эта власть Гундяев, он что, реально православный человек, который едет с охраной, у которого там непонятно на какие миллионы куплены вся недвижимость, но что православный человек. Давайте мы о Гундяеве будем говорить сейчас день и ночь, 100 часов. Ничего не изменится. А мы конкретно построили храм,
Мы его поминаем в молитвах. Но мы живем бедно. Бедно, но красиво и интересно. Детей сами воспитываем. Пища вся чистая. Пруды делаем, дороги. Государство ни рубля не дало. Я начальник детского лагеря. Ну, официальное православие. Официальное, которое храмы открыты. Ну, двумя крестами креститесь. Двумя крестами креститесь. Так, что сказали тот? Двумя крестами креститесь, тремя одет. Вы. А вы, Бурятия, от Хакасии-то недалеко. Недалеко. Далеко? Далеко. Мы на Байкал, Байкал, Байкал. Ну, были мы там. Мы были там. Байкал, где Байкал? Я знаю, знаю. Мы, у меня вышло из печати 38 томов книг, и мы развозили, дарили в библиотеке. И мы там были в Бурятии, Улан-Удэ. В Вечереве были, наверное, да? Да. Мы дошли до Владивостока. Дошли до Владивостока, потом вернулись, забросили контейнера книг туда и дошли до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавию прошли, Турцию. И везде дарили книги. Ну и, да, ну, все, конечно, прекрасно, хорошо. Ну и как вообще там ваша деятельность протекает в Барнауле, там у вас, как там все происходит? Ну, понимаете, вы когда с нами разговариваете, тут надо поправку делать. У нас все искренне верующие. И мы не мстим людям. Благодарим Бога. Мы молимся за патриарха. А так я знаю, что да, он живет богато, а то другой. Меня это не касается. Чего нас еще, говорит, в глазе брата смотреть, когда в своем глазу бревно не чувствуем? Это ничего. Ну, молимся за патриарха, если как бы он живет... Не... А, церковь наша живет на подаянии, как бы, да, сами понимаете, то, что как бы... А вот смотрите, мы зарегистрировались. Никогда нельзя. Они должны жить как бы на подаянии. Я знаю. Роскошь никогда такого не должно быть. Мы зарегистрировали две общины у нас. И у нас нету ни с тарелкой не ходят, ни крич за крещение, нигде ни за что деньги не берутся. Вот это истинная вера, как бы истинные церкви строятся на подаянии, правильно же? Ну как оно должно быть? Ну у нас как, допустим, брат, он священник, он мой родной брат священник, он держит овечек, почти 100 овечек, жена агроном, у нас с тарелкой не ходит, мы все работаем. Вот мне сколько лет вы думаете? Мне сколько лет вы думаете? Что? Мне сколько лет? Какой мой возраст? Ваш возраст, я думаю, лет 70 плюс. 80. Ну, дай Бог. И мы все работаем сами, своими руками дома строим, храм, школу, дороги. Государство ни рубля не дало. И все равно работаем, пруды восстановили, рыбу разводим. Все свое. Если волнуетесь на патриарха, почему же вам Гундяев не как бы с федерального... А не надо, не надо. Это все дармовщинка, это не поможет. Надо работать. Мы работаем. Мэтт, он не даст, во-первых, еще я буду его мучить-то зря. Мне кажется, он самый первый грешник, который, мне кажется, это Гундяев. Ну, мы знаем, как они живут. Мне зачем за ними смотреть? Мы за него молимся, и все. Мы молимся за правителей мира, за всех, чтобы не было покушения, чтобы издавали мудрые законы, чтобы страх Божий имели. Владимира поменяется, будет все так же, как оно и есть, такая же будет утопия. Ну, понимаете, мы вам говорим практика, не утопия. Мы это молимся каждый день. Молимся за Дональда, за Рамзана Кадырова. За... Каждый день. За Эрдогена этого турецкого, чтобы не было войны. Это самый первый человек, которого... Ну давай, давай, что делать-то? Что пойдем? Покушение на них делать? Вот смотрите, в этой книге говорится, молитесь за царей, за начальствующих. Отец, ты извини, пожалуйста, вот можно вам вопрос задать? Можно. Вот когда мы в храм, допустим, приходим, да, почему мы должны платить деньги за свечи, за воду, за святую и так далее, Нет. и так далее? Вы не платите и не берите, никто не заставит вас.
Как не заставить? А... Там без куранки есть, на самом-то деле. Там плейлист прямо заставлен, там карты. Ну ты пройди мимо, я никогда не беру. В храме торговлю Христос выгнал. Выгнал продающих и покупающих. У нас вот две... У нас храм построен. Я вам отвечаю, что у нас торговли нет в храме. И с тарелкой не ходят. Свечи, деньги купили, воск, сделали сами свечи.